Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем отмечать Новый год как настоящие буддисты. В студии Екатерина Орлова и Михаил Кириллов. У нас в гостях Батолама Базаров, председатель буддийской общины в Новосибирске, и НХ Баин Жаргалович Эрдынеев, президент национальной культурной бурятской автономии Байкал. Здравствуйте! 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 Что-то наверное, сказать? Наши зрители удивятся, они не поймут, о чем речь. Расскажите, что это за Новый год такой? Ну, я, наверное, слово предоставлю нашему Батоламе. Он расскажет по поводу Сагалгана. Ну, Сагалган. Ну, в общем-то, как говорит наш хампандит Дахамбалама Дамбаюшеев, в общем-то, Сагалха говорит. То есть, в общем-то, перешагнуть время. В общем-то, уходящий год, его перешагиваем, как бы. Mm-hmm. И приходим в Новый год. Угу. И это, ну, в общем-то, людям нужно, конечно, в общем-то, завтра, вот сегодня, вот 15 сегодня, да? Угу. Сегодня 15. Да, вот с сегодняшнего дня на завтрашний, ну, в общем-то, ночь, нужно с вечера подготовить вот это, перед алтарем домашним, в общем-то, свежий чай поставить, на тарелке приготовить блюда, в общем-то, из белой пищи, говорят вообще. В общем-то, хлеб, печенье, сверху обязательно масло, это символ белой еды, да, uh-huh. молочный тот же. Uh-huh. Ставят перед своим алтарем домашним, и можно смело засыпать. Утром только рано нужно встать, где-то в 5 часов, потому что, в общем-то, в эту ночь во всех буддийских дацанах, которые расположены в России, будет служиться служба, называется Балдынгама. Это встреча богини Хамона, ее зовут. И утром в 5 часов будет идти служба, называется Балдынгама Цидр. Это дарование долгой жизни. И по поверьям считается, что в общем-то в это время с 5 до 7 утра в это время она на своем муле объезжает землю. Это для нее алтарь делается, да, с молочной пищей? Подношение. В общем-то, и считает живых людей. Если кто в это время будет спящим, в общем-то, не войдет в число живых, говорят. Ой, что-то не очень оптимистично у вас все. То есть будильник не сработал, все. Все, до свидания. Нужно просыпаться на это. Неблагословлен, получается, соответственно, да. И дарует долгую жизнь тем, кто рано встает. Есть же в русском языке пословица: кто рано встает, тому Бог подает. На самом деле, это как бурятская пословица, по сути. Но и нужно в это время утром рано встать, вот этот свежий приготовленный чай взять на улицу, выйти и на восточную сторону выплеснуть надо. А не пить, то есть? Выплеснуть. Это же для нее. Это же и есть тоже нельзя. Богу отдать. Да. А есть тоже нельзя вот это? И часть приготовленной еды нужно, в общем-то, на завтра. И у кого есть, конечно, возможность, в общем-то, разжечь костер и в нем сожечь. Угу. Да, даже так. Да. А как вообще отпраздновали, да, там как-то есть застолье какое-то или нету такого, как у нас новости в нормальном новом году? Нормально, ты смотри, как дискриминируешь людей наших в российском. Есть, конечно, застолье есть, в общем-то, все готовятся к этому очень тщательно, приготавливают очень много людей лепят дома пельмени. Бузы наши традиционные. Бузы лепят. И когда приходят гости, в общем-то, младшие должны обязательно в первые дни посетить старших, в знак уважения принести с собой подарки. Старшие приготовят тебе либо пельмени, либо бузы. Нужно отведать вот этой еды и, в общем-то, отпраздноваться. В общем-то, есть такой шарф, называется хадык, такой шелковый синий шарф. Но он вообще 5 цветов бывает, но монгольские народы, в общем-то, буряты, монголы, в общем-то, дарят синий шарф, цвет вечного синего неба. Угу. Да. То есть все очень так красиво по-философски. Да, ну по идее получается, вся пища, которая приготовлена накануне праздника и в день праздника, она вообще является, считается как ритуальная пища, в принципе, которая на столе как бы... Вся пища, которая есть на столе, она является ритуальной. Ну, помимо вот Батулама говорит, пельмени, бузы, самой основной едой является белая пища. Это, соответственно, молочный продукт. Да, да. Все производные, угу, из молока. Да. Творог,
сушеный творог, сыр, само молоко, масло, ну, в общем-то. А почему именно сегодня? Вот я знаю, что там дата-то плавает в зависимости от года. Да, в общем-то, по лунному календарю она немного, с григорианским, конечно, не совпадает немножко, да? И плавает там, когда в прошлом году, где-то в 20-х числах было, в этом году, вот 16-го начинается. Это по фазе Луны рассчитывается только. И да, по лунному календарю первый месяц называется месяцем тигра. Первый день месяца тигра – это первый месяц весны, на начало весны, в общем-то, начало пробуждения природы. И я знаю, что, в общем-то, раньше, вообще давно, в общем-то, наши, ну, монголоязычные народы, в общем-то, в основном встречали Новый год осенью, после того, как, в общем-то, все осенние, все работы сделаны, сено скошено, там на зиму мясо заготовлено и так далее. В общем-то, когда уже все можно отдохнуть, там первый месяц зимы, в общем-то, когда осень заканчивалась, первый месяц зимы по лунному календарю отмечали белый месяц. Почему он белый назывался тогда? В общем-то, потому что снег выпадал, белый природа белой становилась. А потом, когда буддизм пришел в эти, распространился среди монгольского народа, в общем-то, белый месяц, он немного смысл другой приобрел. Трансформировался, да. Но, в общем-то, светлый, как бы. То есть, в общем-то, душа должна была быть белой. А почему называется месяц тигра? Может, какая-то легенда есть с этим связанная? 12 месяцев, да? 12 животных, да? Это мышка, корова, тигр, обезьяна, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, собака и кабан, да? То есть все слова, которыми Мишку обзывает наш режиссер. Да. И первый начинается с мышки. Первый месяц зимы – это мышка. Потом, в общем-то, и доходим до тигра. Тигр – это первый месяц весны. Да. Вот так. Так, получается, в этом году будет год желтой собаки. Да. Стихия будет земля. Я вот перед тем, как сюда приехать, в общем-то, там посмотрел там вот эти астрологические прогнозы, которые, в общем-то, там один у нас очень авторитетный астролог есть. И он пишет, что, в общем-то, в этом году, вот наступающем году собаки, для маленьких, ну, для молодежи, в общем-то, для тех, кто не достиг 13 лет, получается, хороший год будет. Вот так вот. Мы уже опоздали. Но все равно, в общем-то, нужно это за здоровьем следить. Для здоровья не очень. А так в целом. Свыше 13 лет до 50 лет для людей среднего возраста. Ты попадаешь в этот, нет? Ну, рядышком, рядышком. Для людей, которые родились в этот период, в общем-то, очень хороший год. В делах удача будет и так далее, в общем-то. Но самое главное предостережение в том, чтобы, в общем-то, не поддаваться негативным, злым эмоциям, не превращаться в собаку. Вот так. Ну, это нам бывает тяжело зачастую, да. А для стариков, которые старше 55 лет, в общем-то, сложный год во всех отношениях. И поэтому нужно здоровье беречь, в общем-то, нужно спокойствие внутри сохранять желательно. Обиду на себе накоплять не надо. Нужно быть альтруистически настроенным в этом году. Нужно стараться ближним помогать. Быть хорошим человеком. Тогда, в общем-то, этот год спокойный. Друзья, ну а как стать хорошим человеком, мы с вами узнаем после небольшого информационного блока. Друзья, мы продолжаем наш разговор, и вот хотелось бы узнать у вас, почему все-таки у людей отличается год от года, то есть один удачный, другой неудачный, это связано с какой-то вот философией, может быть, год лошади хороший, а вот год обезьян, например, вот, ну, не очень для кого-то. Ну, в общем-то, чисто по астрологии, если смотреть, в общем-то, тут в буддийской астрологии, но и в китайской астрологии, в монгольской, в общем-то, ну, у тибетцев, в общем-то, все примерно одинаково. Не столетиями считают, а 60-летиями.
60 лет. А почему Рабджун так? Рабджун называется. Это потому что 12-летний цикл, да, там вот это вот выше перечислял я вот эти животные, да. И есть еще 5 стихий. 12 умножаю на 5, получается 60, да? Ага, и в этом круге есть еще 8-летний такой цикл. 8 стихий. Это уже немножко другое. Но и в этом 8-летнем цикле есть такое понятие, как химорин, конь удачи. Он то на ногах стоит, то на боку лежит, то вверх ногами лежит, то на другом боку лежит. И в зависимости от этого у человека что-то в каком-то году все идет хорошо, да? В другом, ну хоть бейся, не бейся, не все равно не идет и не идет, да, там что-то не получается. А можно как-то с этим справиться или смириться просто с неудачами? Ну, в общем-то, ну, в наших традициях, в общем-то, конечно, все идут в детсад, там смотрят, какой в этом году конь удачи, на ногах или не на ногах, да? И если он не на ногах, то как нужно встрепенуть вот этого своего коня удачи? Да, там обычно люди берут флажок с молитвенным текстом, конь нарисован, пишут свое имя и вывешивают в благополучной стороне от своего дома. Ну, там, у кого-то там южная сторона в этом году хорошо, у кого-то северная сторона или западная. В общем-то, в какую сторону у кого-то в этом году хорошая сторона, туда выносят и вот этот флажок вывешивают, где-то на дерево привязывают, и чтобы ветер за него молился. То есть ответственность на природу перекладываем, все нормально. Почему? Да? Потому что мы тоже дети потому природы. Потому что зачем нам ответственность? Нет, не то чтобы ответственность перекладываем, а ветер помогает. Помощь просим. На помощь. А почему желтая собака, не знаете? Потом 5 стихий я говорил, да? В этом году стихия земля. У земли цвет желтый, говорят. Надо желтое надевать для этого? Мы правильно все сделали? Или не обязательно? Да, в общем-то, ну, можно, конечно, но... Но это не поможет. Но в этом году, в общем-то, в стихии Земля... Ну, вот про 8 стихий я рассказывал, да? Там 8-летний такой цикл, да? У кого-то, если у кого в этом году стихия Земля, то, в общем-то, нежелательно, в общем-то, ему... в глубокие ямы копать, да, там нужно быть аккуратным с земляными работами, но благоприятно, наоборот, сажать деревья, да, там ухаживать за старыми людьми для того, чтобы год удачно хорошо прошел. Я знаю, что длится празднование определенный период. Сколько? 30 дней. 30 дней, то есть месяц длится. Да. Первые 2 недели, в общем-то, там молодежь идет к старикам. В последние 2 недели... Они их догоняют назад. Но проведывают своих детей, внуков, приходят там, как вы там живете, чем занимаетесь, все ли хорошо у вас и так далее. Да, в дни Сагалгана, получается, принято ходить в гости. Получается, чем больше ты гостей принял, тем лучше у тебя будет длиться год. Так это же всех кормить надо. Ну, обязательно. Конечно. Ну, вот я рассказывал, говорил про ритуальную пищу. Вот она всегда, вот пришел гость, накормили, он уходит, опять обновляется все, вся пища, как бы весь стол, и ожидаем других гостей, как бы, да. В общем-то, так, да. Но говоря про родственников, тут, в общем-то, в монгольском мире родственник до 7-го колена, то есть бабы, деда туда. Да. Да, поэтому месяц. Свыше 7-го колена – это уже не родственник. И нужно обязательно вот этих родственников обходить. Обходим, у нас же дети есть, да? Приводим и знакомим с их детьми, да? А у нас в России тоже дети есть. Не, я имею в виду именно с родственниками, почему знакомим-то. Не знают, что... Они когда вырастут, они же женятся, да, выйдут замуж и так далее, да, чтобы, в общем-то, кровосмешение не случилось. Вот так вот. А я думала, будет сказать, познакомься, сынок, это очень богатый дядюшка, надо к нему внимание проявить. На свадьбу его позвать. Но для того, чтобы, в общем-то, ваш ребенок, когда придет пора жениться, привел девушку, да, там, с другого рода. Чтобы кровосмешения не было, чтобы дети здоровые были. А забыл, что хотел спросить. У вас есть Дед Мороз?
Ну, или что-то подобное. Саранг будем называть. Белый старец. Белый старец. Да. То есть что-то похожее на наше, да? Да. Но какие традиции с ним связаны? Белый дедушка старец, в общем-то, это на 15-й лунный день после наступления Нового года восхваление ему читается во всех тацанах. Угу. Для того, чтобы он, в общем-то, даровал безбедную жизнь людям. А то есть он тоже какие-то дары приносит, да. Ну такие вот философские, да? Да, в общем-то, он нематериальный. Опять же, там по этим, как же называется, слово вылетело. Ну, по поверьям. Вообще, по поверьям, белый старец был очень богатый человек. Очень богатый человек. И захотел вечной жизни. Угу. Угу. И пришел с большими дарами к Будде Атиша, Аюша. И попросил у него долгой жизни. И по поверьям, он даровал ему долгую жизнь. И очень много людей, стариков, ну, в общем-то, бывает где-то его в этих сакральных местах, uh-huh. типа у нас в Забайкальском крае есть местность, называется Алханай, в республике Бурятия есть местность, называется, в Бургузинском районе, uh-huh. также Ярикта, там есть местность, в Закаменском районе, это тоже в Бурятии, Санага. В Санаге есть гора, называется Урундуши. Угу. В этих местах, говорят, в общем-то, скотники. В советское угу. время, когда, в общем-то, во время войны, там, я знаю, там одна бабушка рассказывала, она дояркой работала, и возле Алханая увидела огонек какой-то, как будто от лампы. Угу. Подошла поближе, вечером она искала коров. Увидела белого старца, говорит. Угу. Но, в общем-то, говорят, там сам его видят иногда. Угу. И во всех доцанах ему читают вот эти восхваления для того, чтобы он даровал вам безбедную жизнь в этом году. Угу. Праздник идет 30 дней, вы говорите, месяц. Да. Не работаете в это время? Только в гости ходите, да? Ну, в общем-то, мы живем в России. Да. Приходится работать, да. Вот так вот грустно звучит, да. Нет. Можно больше ничего не говорить. Да. Живем в России. Но, тем не менее, все-таки в республике Бурятия этот день считается официально выходным днем. То есть можно... В республике Бурятия, в республике Тува, в Горно-Алтайской mm-hmm. республике. Калмыкии. В Калмыкии, в Вагинском округе, в Усть-Орде. Это три дня вот после Нового года, выходные официально. Вот так, друзья, приглашаем вас отмечать Новый год по-буддистски. И помните, что надо будет встать рано утром, чтобы богиня вас заметила и принесла удачу. Да, в 5 утра. Напоминаю, что у нас в гостях были Бато Лама Базаров, председатель буддийской общины в Новосибирске, и НХ Баин Жаргалович Эрденеев, президент Национальной культурной бурятской автономии Байкал. Спасибо. Спасибо.